Выбирай. Гида или учительницу. Ребят, это очень сложный вопрос. Я, наверное, выберу гида. Спасибо, что ты выбрал меня. Извини, учительница. Почему ты меня не выбрала? Я, наверное, была бы лучше. Я твой учитель. Ах, мне так жалко. А, учительница! Короче, наш классный руководитель решил сводить нас в первобытную деревню. Вы представляете? Смотрите, потемнело. И мы едем, едем, едем. Мы телепортируемся. Ну, едем. Вот наша учительница, а вот наш гид. Учительница с уточкой, приглашаю вас в первобытную деревню. О, пошлите. Смотрите, как тут красиво. Прекрасно. Смотрите, какие фигурки, которые танцуют. Богига, они говорят. Смотрите, они танцуют. Смотрите, огонь. О, не надо залезать на огонь, говорят. Окей, хорошо. Какое время? Кстати, тут какие-то наносики. Е-е-е. Вот они говорят, е-е-е. Время танцевать! Я буду вот так танцевать. Хм. Юху, пати! Пати-пати! Смотрите! Что это такое? Ну ладно. Приветик! Надо поспать! Спать надо? Ладно, идите спать, потому что уже ночь. Потанцевали и хватит. Окей, я пошел спать. Спокойной ночи. Это учительница? Учительница? О, нет! Это уточка учительницы! Она пропала! Надо быстрее бежать к автобусу. Как быстро гид бежит. Гигигигока. А вы не видели учительницу? Воу, Исаак. Что? Что это было такое? Надо найти 10 каких-то ананасиков. Помните, мы видели? Е-е-е-е. Те, вот эти гиги-гоки. Уже 5 нашли. 6. 7. 8. Уже нашли. 9. И быстро мы. 10. А теперь... Что? Куда нам? Гид. Что? О, опять? Бегите. Так.
Бежали. Так. Все, мы на дереве, ребята. Я промолчала, потому что я боялась. Потому что, знаете, то, что вы видели... Опять извергается вулкан. Это то, что я видела, да? Это мне реально не показалось. Что? Я этого не ожидал, гид говорит. О, смотрите, кто-то вообще спрыгнул. Бегом за гидом. Что? Вулканом? Чё? Чё? А? Короче, я бегу за ними. Так. О, все? Привет. Все, мы в безопасности пока что. У нас всего лишь осталось 5 человек. Ребята, что это такое происходило? Я вообще просто не понимаю. Что? Так, надо бежать за гидом. Лава! За 15 секунд пройти этот побег. Не знаю. О, все, я в безопасности. Так, бежим за гидом. Так, бежим за гидом и... Что это такое? Видели? Быстрей! Гид бежит. Быстро. Видите, как он быстро бежит? Мы сейчас его можем потерять. Я иду точно за гидом. Куда он нас ведет? Лава! Ребята, помните, я ее видела. Это учительница? Спасибо, что забрали эти ананасики. Я за это получу $1,000,000. Я буду учительницей-миллиардером. Спасибо вам. Ха-ха-ха-ха-ха. И это, кстати, лава. Упс. Hello. Hello. Что? О! Это кто? Привет, он говорит. Я... мастер, я управляю этим всем. Этим островом. Да, и учительницу забрал я. Что он имеет в виду? Я управляю всем этим и слежу за вами. И управляю вашим сознанием. Что? Смотрите, ребят. Мы в каком-то мире странном. Вы это видите? Это очень как-то странно. Вот сюда. Надо просто, наверное, где разные цвета. Так, нам надо найти выход. Кстати, тут желтый, тут оранжевый. Оранжево-красный. Идем сюда. О, красный.
Так. Мы, ребята, нашли выход. Наконец-то. И? Где тот мальчик? Я поняла, надо выбрать нужную дорогу. Так. Девочка. Сюда надо было. Что? Ха. Что ха? Меня это пугает. Что? Я управляю твоим сознанием? Что это имеет в виду? Синий? Надо просто ходить, и видите, тут пропадает. Тут синий. Синий все еще. Фиолетовый. Пурпо, это фиолетовый. Если что. Красный. Так. А, фиолетовый. Так, успела. Оранжевый. Да, успела. Оранж. Все еще оранжевый. На удивление. Желтый. Что? Я не ожидал, что ты это пройдешь. Оранжевый. О, теперь с бомбами! Надо опасаться. Желтый, так, бомб надо опасаться. Так, 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 так. Так. Красный. Желтый. Так, все вроде бы хорошо. Желтый. Так и остался. Красный. Бомбы падают и падают. Синий. Так, все хорошо. Оранжевый. Так, так, так. Должно успеть. Да. Оранжевый так и остался. Что? Что ты хочешь мне сказать? Ты это реально прошел? Да, я реально прошла. Выбирай. Гида или учительницу? Ребят, это очень сложный вопрос. Я, наверное, выберу гида. Спасибо, что ты выбрал меня. Спасибо, что ты выбрал меня. Извини, учительница. Почему ты меня не выбрала? Я, наверное, была бы лучше. Я твой учитель. Мне так жалко. О, учительница! Ты что так смеешься? Мне это не по душе. Что? Я выиграла? Да, ребят, я выиграла, я прошла. Ребята, и я очень рада, мне эта очень карта очень понравилась. Она очень классная просто. Ой, косик ей. Ну, ребята, переходите смотреть следующее мое видео. Увидимся там!